Тренер, с ничьей, если можно с этим поздравить, хороший матч. Как на ваш взгляд, все ли задачи выполнили футболисты Астаны? И в целом, какие задачи были перед ними поставлены на сегодняшнюю встречу? Честно говоря, сегодня у нас были проблемы в атакующих действиях. Несколько раз ошибались тоже и в отборона. Не могу сказать, что сегодня я доволен от представления команды. Я еще больше. Будем делать свои выводы тоже. Но у нас определенно сегодня атакующие действия были так плохие. Футболисты тоже должны показать самые хорошие, самые лучшие, которые есть. Потому что тоже конкуренция у нас команда. Кто играет? Сейчас даем шанс каждому. Но это не идет долго. Также сегодня можно, мы должны играть еще лучше. В целом, довольны ли вы, как команда выкладывается на сборах Турции, ну и в целом по условиям сборов, которые сейчас составлены для команды? Да, я доволен от команды, как выкладывается. Это пока нет разговора. Условия тоже великолепные. Ну, и когда последняя игра, я ожидал больше наших текущих действий. Следующий матч буквально через несколько дней команда проведет против украинской «Зари». Может, какие-то ожидания? И в целом, почему были выбраны именно эти соперники на сбор в Турции? Потому что нет много большой выбор. Команды, большие команды улетели, которые были сюда. Я думаю, тоже противники ответственно играют. Слышно, видите, какие здоровья игры получаются. Также противники отличные. Самое важное, мы как играть. Ну и целая группа футболистов молодых сейчас с командой. Сегодня дали вы им шанс проявить себя. Как вообще молодые проявляют себя? Ну и насколько они готовы, исходя из того, что лимит убран сейчас на молодых футболистов, готовы конкурировать за место в стартовом составе? Еще далеко от места стартового состава. Мы готовим им, даем шанс. От них зависит, как они покажутся. Еще чуть-чуть ленивый, но нормально, когда придешь с молодежь первой команды, тяжело за ним. Ну, старается, я буду, есть хорошее будущее, если работает хорошо. Все, Станимир, спасибо большое. Спасибо.